Темпе. Угадали. И не быстро. Попали. Раз. Пальцем в небо. Ну и пули. Небо. Пули. Надо, кстати, решить, будем ее на песне играть или нет. Ну и что? Там же нельзя матюгаться. Да, нельзя матюгаться. Правильно. А, что, ждите? Там мат только припев. Ну и пули? Да. Ну и что ли? Ну и что ли? Ну как вариант. Ну и что ли? Подмигнем, давай кто ли? Фестиваль, что ли? А ну и кто ли? Ну и кто ли? А? Сколько мы по времени должны играть? Я не знаю, посмотрим. Ну ладно. Посмотрим. Как настроение? Сейчас по-быстрому напишем новую песню в поп. Не, а может, ну и чё ли-то? А ты вытянешь, ну и чё ли, ну и чё ли, ну и чё ли? Я вот стихотворение пишу. Ну и как же, ну и как же, ну и как же, как же, как же? А? Короче, мы шли и видим кафе Фарой. Короче, давайте сделаем так. Я видел кафе Рачком называлось. Рачковка, я говорю, ты что лицо-то? Я ржал, что долго. Ой, стояли и курили. Упали. Короче, давайте универсал. Универсал? Универсал. Да. Надо было бы по-домашнему. Тише, что значит «на»? Возьмите, что, друга нашел, что ли? Oh, yeah. Все заплевал на. Нахуй. А ты хоть его лизус. Да, снять эту хуйню. Поехали. Раз, два, три, we'll be right back.
Попел, дай другим. А ближе теперь ты его. Красавец. Что я ходил курить, надо было открыть окошко. Может, откроем совсем? Может, пойдем покурим? А может, вот эту поебень включим? А может, не покурим? Давайте курить здесь. Блять, в кармане разжимаем. Если руки-крюки, тяжело их засунуть в брюки. Ты дрочи через брюки. Может, получится хоть как. Мне кажется, это кто-то настолько с модом играет, да? Потерь, а ведь я ты никак надо мной не
Опять дождь. Ну, а да. Дождь все льет, а дождь все льет. Дальше. Блядь, как по такой? А ну, он обещал закончиться часам 10, на самом деле. Он прям... Это знаете, как это? Тише, брат, я закончусь, а? Муж с женой, короче, сексом занимается, туда-сюда. Тата говорит, блин, а давай представим, что мы это... под дождем. Ну раз-то, бери лейку, короче, раз поливаешь, лейка идет. Короче, ну давай представим, что это... гром. Тот берет второй рукой, короче. А, молния сверкает, второй рукой там это выключает, включает, поливает. Ну так это гром же должен быть, бери таз. Поливает, ебет ногой в таз, стучит, потом бросается. Бля, ёб твою мать, ты кто трахается при такой погоде? Такую погоду. У нас резко стендап, короче, начался, да? Открытый микрофон, каждый, кто может, он подходит. Летящей походкой лежу на диване. Давай, поехали. Летящей походкой. Раз, два, три. А я не знаю. Летящей походкой. Все, по новому лицу будет, давайте еще кого-нибудь. Чудовишуша. Чудовишуша. О боже. Боже, как же. Всем веселее играть тогда. Все, готовы? У меня на кухне ладыши в бутылке. 10 дней воняли. У меня вся жизнь пошла клоуна, да. Я такой дурной, значит так и надо. А на Лондоном дома, а на Лондоном дома, Калифорния, да. Летел портреточка, у него со спиною купился дымы старика. Зареною небо не только морозка, очень хорошо забивать ножки над моей башкою. Калифорния, да, а в богатах.
домашних, хочу у меня. Да, у меня домашних как сложно. Про этих. Раздевайся, скотина. Из платочек пью. Да ты, блядь, крепыш. Натыкачал. Пиццуха. Ты вообще кушаешь? Сказал мне, я то ли жизнь стала хуже, то ли жопа стала уже. Про этих. И про тех. Всем, кто там под дождем, посвящается песня. Может быть, вам когда-нибудь улыбнутся дети. Эти. Все сказал. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны эти. Понедельник, когда не имеет значения, когда не помнишь, что за день был вчера, когда есть время и делай исключение. Для многих не против, начинай с утра. Время летит незаметно и весело, когда ты комаром летишь по соку, когда промылся до прочных кресел, а следовательно не надо делать уборку. Меня кривасы провожали свой, все взрослые и мужики тяпки по следами. Я их горел в окне, лежит ребенок, улыбнулся мне, я лежит ребенок. За бутылка водки, а эти едут мимо трамвая. Пялятся на тебя, разило от глотки. Ты себя чувствуешь пассажиром, бога проебавшимся. Что только ты мог, и сам себя вспоминаешь Ван Гога. Но ты просто пьян, нихуя не Ван Гог. Меня гримасы провожали злой, все взрослые. И мужики тяпки по стенам, я их горя в огне. Лежит ребенок, улыбнулся мне, я лежит ребенок, улыбнулся мне, улыбнулся мне, лежит ребенок, улыбнулся мне. Кстати, я ее случайно удалил с телефона. Так и не закачал обратно. Да ты все удаляешь сегодня вообще. Да пиздец. Ты, удаление, там... Профессия стиратель. Вообще есть текст? Пиздец. Ладно, больше контакты с тобой забей. Ну ладно. Ладно, убейте меня. Куда ты пошел? А лето? Ну пойдем покурим. Пойдем-ка, покурим-ка. Давай покурим. Давай закурим, товарищ патруль. Забери сразу с собой, Фидель, чтобы выкинуть. Давай закурим, товарищ. Давай закурим, товарищ патруль.
давай закурим, товарищ мой. Узнаю до по походке. Все, цыган, иди отсюда. А он синий, ну, это прямо со страх. Он в шляпе ходит по... Валяйся, цыган, твой табор шел в небо. Все, до свидания. Мохнатый шмель, да на душистый.